Легендарный По-2. Для деревянного самолета это большой плюс. Простой в управлении и способный выполнять фигуры высшего пилотажа. Да, практически все асы Советского Союза получали на ней путевку в небо. Незаменимый самолет для ночных бомбардировок противника. Во время Великой Отечественной войны было сформировано 3 полка женских. Ночные ведьмы. Отважные юные летчицы, герои Великой войны. Когда прикасаешься к истории, понимаешь, какой ценой ковалась тогда победа. Историческая реконструкция событий «Небо героев» в среду в 20:30 на нашем канале.